С вами Gabzor.com, и сегодня в центре внимания у нас беспроводные наушники Harper HB412. Они у нас представлены не только в черном цвете, но и розовым, который у нас на тестах, и есть еще синий. Тут Bluetooth 5.0, до 8 часов автономной работы и ценник 1200 рублей. Более подробная информация по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает аудиокабель, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Выполнены в корпусе из пластика, софт-тач покрытием, огрехов в качестве сборки замечено не было, внутренняя часть оголовья с мягкой вставкой, обтянутой эко-кожей. Отдельные элементы плотно подогнаны друг к другу, для упрощения хранения и переноски чашки можно сложить. В таком состоянии они занимают заметно меньше места, а также уменьшается риск повреждения. На внутренней стороне оголовья отметки по правой и левой сторонам, с внешней нанесен логотип бренда, чашки круглой формы, есть декоративная накладка с хромированной текстурой. Амбушюры окрашены в цвет основной части корпуса. По периметру аккуратный стежок нитками, их можно снять для чистки поворотом в сторону. На нижней грани левой чашки разъем микро-USB, используемый для проведения зарядки, а также аудиоразъем. Есть светодиодный индикатор активности. На этой же чашке у Harper 412 механические кнопки управления. С помощью них можно изменять громкость, переключать треки и даже вызвать голосовой помощник. Эти наушники подойдут как женской, так и мужской аудитории с разным объемом головы. Одетыми не давят на уши, обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Удобно носить как в помещении, так и на улице. При эксплуатации летом не замечали заметных проблем с запотеванием ушей. Оснащены они динамиком диаметром 40 мм, звучанием без заметных артефактов и посторонних шумов. Акцент смещен на средний диапазон, хорошо подходят для прослушивания аудиокниг и подкастов, запас по громкости присутствует. Встроенного аккумулятора по опыту недельной эксплуатации при выставленном на средний уровень громкости хватало на 7 часов беспрерывной работы. Оснащены аккумуляторы емкость 250 мАч. Для беспроводного соединения тут модуль Bluetooth 5.0, дальность стабильного соединения до 10 метров. Также к ним можно будет подключаться аудиокабелем. Есть микрофон, позволяющий отвечать на голосовые вызовы. По традиции пример в конце этого видео. В итоге получаем недорогую беспроводную гарнитуру с интересными расцветками корпуса, хорошие показатели автономности, возможность проводного подключения, аудиокабель в комплекте, микрофон, поддержка вызова и голосового помощника, складная конструкция и Bluetooth 5.0. А теперь к обещанной записи микрофона. Давайте перейдем к тесту микрофона беспроводных наушников Harper HB412. И перед тестом давайте я читаю небольшой текст, чтобы было понятно, как же звучит сам микрофон. Harper HB412 – это стильные накладные наушники с облегченной складной конструкцией, поддерживающие проводное, а также беспроводное подключение, к примеру, Bluetooth 5.0 либо мини-джек. Могут работать в качестве гарнитуры, автоматически сопрягаются с последним активным устройством и обеспечивать все актуальные функции дистанционного управления, включая вызов голосового ассистента. Это был тест микрофона беспроводных наушников Harper HB412. Всем пока-пока, до новых встреч!